Добрый вечер, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, посмотрите, внук Максим помогает мне делать лаваш. В общем, в магазине лаваша не было сегодня. Мы решили сами. Короче, на воде я... Ну, вода и соль здесь. Вот такое тесто. Сейчас покажем, как. Какое у нас получается. А вы нам уже напишите, как лучше делать. В общем, тут вот... Вот такой вот. На сухой сковороде, короче, друзья. Вот это у меня специальная тряпочка, я рушена. Вот. Сюда сейчас собираем, сложим. Потом Костя будет делать шаурму. В общем, вот так, друзья. Сегодня же праздник, наверное, возможно, кто-то придет. Вот тут грудинка пока растает. Так, друзья, у нас работа кипит. Ульяна, в общем, сидит, ждет Костя. Что делает? Костя готовит. Ай-яй-яй, закрывай вкусняшку. Лариса тут режет мясо. Марина там бишбармак готовит. В общем, сейчас я тесто нарежу и будем стол накрывать. Ну, из того, что есть, да, Ларис? Да. А, будем еще шаурму делать. Шаурму, да, вот Лариса капусту свою принесла. Моя в погребе, лень было туда идти. В общем, вот так у нас тут кипит. Что? Это будет бешбармак. И вот так я еще умею. Это я буду учиться. Нормально, сейчас. Ну, надо же учиться. Для первого раза, да? Для первого раза. Главное, что я уже поняла вот так. Прини на пирог. Может, выше поднять, как ты думаешь? Нет, нормально. Готово? Готово. Мы же еще наш шаурме же еще приготовится. Так. Это пока надо скинуть и закинуть стейки. А это что, Костя? Вот это... Так, Костя начал уже стейки делать, жарить. Так, тут начала Ульяна резать. В общем, все у нас тут кипит, короче, друзья. Что тут только не делают. Костик мясо крошит для шаурмы, да, Костик? Угу. Вся в дела. Все в дела. Ульяна, ты тесто. О, Лен сама делала, да? Лаваш. Ну да уж. Молодец. На первый раз. Бабульчик. Маринчик. Так, Костя. А что там? Шаурма молодцы. А сколько минут осталось там? 35? 35 секунд. И закидываем новую, да? Да, да. Там я прошлогодние. Угу. Вкуснятина. Ларис, помидоры прошлогодние. Да, да. Это сорт персей. Они очень долго хранятся. Я тоже сегодня перец болгарский вытащила, этот арончик поел. Ну, Ларис, вкусной капуста. Костя, ты пробовал? Костя нравится вот это добавлять шаурму. Да. Соленую? Ну, да. А ну-ка, Костя. Обалдеть. Мам, там в комнате. Где? Ну что, мясо покрошили? Вкуснятина. Дайте я попробую. Мы позавчера делали с Рафаэлем. Даже не хватило, да, Костя? Так мало мяса, да? Ну, вот все нормально же. Да? Ага. Все снимают пробу. Вкусно, да? А что с огурцом? Дай мне доску-то. Дай нам доску, Ульяна сидит, просит доску маму. Нету доски, ты привез? Ты привез? Костя тут уже первую шаурму завернул, пока я с Гавриком разговаривал. Так, что у тебя там внизу? Внизу там курица. С беконом. Да. Потом сыр, да? Потом сыр, да. И капуста квашеная. Квашеная капуста. Это не квашеная, тетя делает, она очень вкусная. А помидор не надо, что ли, Кость? Сейчас, подождите. Опа.
Ну, давай. Это острый, да. Давай. Чебушки-то что ли? Там горчица-то. Хотя бы столько. Так. Ну ладно, а этот огурца добавишь? В эту нет. А как мы узнаем, где? Ну ладно, если что, мы напополам поделим, да? Вот, да. Смотрите, все вот, нравится им, да, нравится. Кость, у нас что сюда сейчас? Сейчас он сюда поставит. Сейчас. Помидоров туда столько много. Ну, я поспала. А это уберем уж. Поспала. В общем, Анюты нету сегодня, Анюты уехали они. Анюта уехали, Гаврил в Казань не приехал, Дима тоже не смог приехать. Ну ладно. Делали, да? Нет, почему нет? Мы же здесь делали. После Марины же не было. Мама, куда пергамент сдулась? А, этот... Пергамент... Сюда, сюда, Марин, положи сюда, Марин. Да, еще одну положи и тряпочку пока пускай тут. Ну все, сейчас мы просто вот здесь на кухне посидим. Мы этот, у нас не банкет, просто чаепитие. Чаепитие. В честь вон Ульяны и Рафы, уж они у нас гости, вон, видите, пришел. Привет. Нормально. Так, друзья, у нас продолжение. Всех с праздником. Мы на кухне собрались. Все в тесноте, да не в обиде. Я снимаю, они что-то там делят. Ну ладно, сейчас все нормально будет. Дорогие друзья, мои гости моего канала. Ну вот, вот так у нас, вот так. Саш, скажи что-нибудь с праздником. Нормально, иди садись. Всех с праздником, пожалуйста. Иди садись. Алин, иди садись. Да, что такое? Нет, попробуй, это шаурма. Шаурма. Шаурма, что ли? Да. Это, короче, острое с острым. Попробуй, просто хотел. Давайте, от души поздравляю всех. Да, да, всех с праздником, друзья. У нас такой... Ну, маленькие посиделки, с праздником, с праздником, да. Не, мы не стали накрывать стол уж там, уже устали со столами бегать. У нас и ряды поредели уже. Да, да, да. Ну ладно, а так зато веселее нам. Ну, в общем, вот так. Ну все, провожаем гостей. Вот так, вот так, все, друзья. Ну ладно, Ульяна, Рафа, всем пока-пока. Все. С праздником, с Рождеством! С Рождеством Христовым! Давайте всем пока! Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!